удивил Долгаримов, Иерарх. Мы ничего не знали о храбрости тамплиеров. Некоторых она даже впечатлила. Аларак, твои воины доблестно сражались. Для меня честь воевать вместе с ними. Их восхищает твоя твердость и безжалостность. Будут ли они следовать за мной и впредь, если сегодня мы одержим победу? Если я того пожелаю. Но сейчас не время грезить о будущем. Близится час моей мести. Я хотел сказать нашей мести. Все готово, Иерарх. Ключ Зелнага готов к использованию? Да, но боюсь, его эффект не будет долгим. Ключ наш единственный шанс. Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы переубедить тамплиеров. Как бы ни развивались события, даже если нас ждет гибель, мы умрем тамплиерами. Я благодарен тебе за это, за твою веру в меня. Для меня было великой честью служить тебе, Иерарх. Нам нужно будет защищать ключ, пока он не наберет силу. На это потребуется время. Возможности ключа ограничены, а сила Амуна запредельна. Даже при наших лучших стратегиях нам понадобится удача. Я думаю, что удача — это не то, что нам нужно. Судьба даровала мне шанс по-настоящему узнать тебя, Артанис. Ты стал для меня другом не только из-за воспоминаний. Мы многое пережили вместе. Наш путь еще не окончен, друг Феникс. Если сегодня мы одержим победу, то нам предстоит построить новую цивилизацию. И для этого мне потребуется твоя помощь. Я бы хотел в этом поучаствовать. Но я больше не хочу называться Фениксом. Неужели? Я избрал себе собственное имя. Отныне я Таландар. Таландар. Стойкий сердцем. Тебе подходит это имя. Да будет так. Эй, Феникс, который больше не Феникс, ты офигел? Ну ты же. Ну за что? Почему? Зачем? Как? Ладно. В общем, это максимум, что мы можем достичь. Кстати, бомбардировка, она реально крутая. Хотя. Где эта фигня-то была? Остановка времени намного круче. Она бы мне, кстати, пригодилась еще и на прошлой миссии, но ее не было. Возможно, и на этой миссии не будет. А давайте, кстати, вот действительно возьмем остановку времени. Она может очень сильно мне помочь. Так, мгновенно окружает все союзные войска странными щитами, способны поглотить до 200 урона. Пассивная способность. Слушайте, это такие полубессмертные юниты, короче. Фиг с ним со скоростью атаки, но зато у нас все юниты, которые будут получать смертельный урон, будут живы. Чувствуешь ли ты надежду, матриарх? Да. Если у нас все получится, мы сможем объединить наш народ. Мы мечтали об этом на Шакуросе. Мы сбережем традиции неразимов. Они не будут позабыты. Со временем они могут уйти в забвение. Я боялась, что мы утратим свое наследие. Теперь, когда мы начали сближаться с Талдаримами и Чистильщиками, я понимаю, что это неизбежно. Традиции должны меняться вместе с нами. Когда-нибудь мы оставим путь тени так же, как и вы оставили в прошлом Кхалу и кастовую систему. Такова цена единства. Я тоже пришла к этому выводу. Ну, в любом случае, зато вы семья в каком-то смысле теперь. Я вижу, что тебя гложет тяжесть утраты, Иерарх.
Это так. Но меня прежде всего беспокоит сложность поставленной задачи. Убедить наш народ отсечь от себя самое святое. Ты смог убедить меня. Хотя для меня Кхалла была превыше всего. Ты знала об опасности, которую представляла эта связь. Ты прав. Хотя Амуну лишь несколько раз удавалось вселиться в меня. Но мне не забыть того, как он превращал мое тело в свою послушную марионетку. Не могу представить, сколько страданий он уже принес остальным протосам. Они, должно быть, жаждут освобождения. Возможно. Ну, будем надеяться, что мы сможем их всех освободить и прийти к чему-то более хорошему. Нет, стоп, я забыл с ним поговорить. Я не посрамлю тех, кто был до меня. Час пробил. Пришло время моего последнего испытания. Ну что ж, я готов присоединиться к тебе, мой дорогой друг. Ключ готов, Иерарх. Мы ждем твоих указаний. Каракс, выйди на связь с нашим флотом. Я обращусь ко всем тамплиерам. Собратья, услышьте меня. У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Айура. Все, что осталось от нашей расы, нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и распри одолели нас, не дав исполнить наш священный долг. Кхалла, призванная нас объединить, только усилила нашу рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой лжи. Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен. Что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе. Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. Ключ на месте, Иерарх. Для полной зарядки ему понадобится время. Неразима готова, Артанис. Мы будем удерживать северный подход к храму. Мы с чистильщиками будем охранять южный проход. А я займу базу на передовой. Амун познает мою ярость из первых рук. Мои войска будут охранять ключ и обеспечивать вас подкреплением по мере возможности. Иерарх, пока нам угрожают только зерги. Но что если в дело вступит Золотая Армада? Отключение Пси-матрицы лишь задержало их возвращение. Можешь не сомневаться, Амун обрушит на нас всю мощь Великого Флота. Но мы Телаамы, и наши сплоченные ряды не дрогнут. Энтаро Адун! Энтаро Тассада! Энтаро Зиратул! Энтаро Зиратул, братья. Ну что ж, давайте... Артанис, твои вершители не смогут в одиночку удерживать подходы к храму. Будь готов отправиться к ним на помощь в любую минуту. Давайте поможем им. Давайте поможем себе. В любом случае, нам надо как-то все это дело контролировать и понимать, что нельзя дать... уничтожить что-либо.
Ну что ж, развиваем базу. Пока что это единственное, что должно нас беспокоить. И смотрим, что у нас будет. И сделали остановку времени. Здесь куча юнитов. Здесь еще большая куча юнитов. Как вы видите. Хотя вот мне кажется, что вот эту часть можно разрушить. И не знаю, будет ли иметь это смысл на самом деле. Но окей. В любом случае это можно сделать. Враг приближается. Неразимый. Обнажите клинки искривления. Ни шагу назад. Бегом к неразимым. Срочно. Что ты предложишь? Хорошо. Так. Мы. Здесь все действительно хорошо. Тени. Замечательно. Ради возмездия. Возвращаемся я назад. И ждем тебе момента, куда нам надо, собственно, выходить. Так, а давайте сделаем вот так. Замечательно. Еще двоих. Один у нас сюда перейдет. А один у нас перейдет на центр. Итак, Амун решил обложить нас со всех сторон. Покажись, темный, и встреться лицом к лицу с Саланаком, владыкой Талдаримов. Ну что ж. Давайте действительно встретимся с ним лицом к лицу. Ого, как он их расхреначил-то, а? Ларак прям шикарен. Боже, что он творит. Офигеть. Ради возмездия. Ларак, ты шикарен, мужик, серьезно. По-твоему, пустота холодна. Так, на 9% готовность. Давайте производить больше. Не хватает ни... Я здесь, среди теней. Так, я так понимаю, сейчас снизу будет. Приход. Зерги приближаются к южному входу. Амун ищет уязвимые места в нашей обороне. Покажите ему, что их нет. Но проблема-то в том, что их действительно я нет. Голос затмения. Мои навыки пригодятся тебе. Так. Заманчиво. Замечательно. Очень разумно. Отходим опять к базе. И подстраиваем здесь зелка, например. А кого, собственно, мне еще строить здесь? Так, давай. Давай уже. Наш час. Построим мне что-нибудь полезное. Не хватает минералов. Замечательно. Так, и ты у меня будешь просто строитель, который будет постоянно что-нибудь полезное строить. Я так понимаю, что... Да, слушайте, я могу сделать такую замечательную штуку. То есть мне даже пилон здесь строить не надо. Замечательно. Давайте восстановление брони здесь закажем. Быстренько сюда перемещаемся. Ох, сейчас им жарко будет. Лол. Просто скосил всю армию. Просто к фигам всю армию скосил. Хорошо. Так, ладно. Замечательно, здесь у нас все хорошо. Ключ у нас почти активирован. Точнее, как на 15%. Я думаю, уже дальше будет жестче. Скорее всего, потому что иначе... Близится наш час. Особого смысла нету. Амун использует самые мощные корабли армады, чтобы разрушить ключ. С болью в сердце я вынужден приказать уничтожить их. Ну что ж, раз ты приказываешь. Нужно построить больше пилонов. Да, вот это, кстати, единственная проблема, с которой я могу столкнуться. А, давайте все-таки построим здесь пилоны. Замечательно, иди пока вот сюда.
Это называется самые мощные корабли? Серьезно? Что ты предложишь? Ух, как он ее откинул-то, а? Крадущиеся тени. Не, давай ты все-таки пойдешь вот сюда. Ты утверждаешь, что хочешь спасти свой народ. Но на деле ты просто убийца. Тебя ждет лишь забвение. Так, замечательно. И потихонечку будем выстраивать здесь оборону. Не хватает минералов. Так, потихонечку, я так и имею в виду действительно потихонечку, но окей. Мои навыки. Где у нас снизу? Давайте вниз. Очень разумно. Мы един, я сердце тьмы. Так, я случайно к вратам добавил. Окей. Что ты предложишь? Хорошо. Улучшение завершено. Разваливаем все здесь и вся. Замечательно. Скоро он будет атаковать нас, я так понимаю, со всех сторон. Надо как-то выстроить защитные. Улучшение завершено. Так. Я надеюсь, вы мне дадите здесь построить пушку для вашей же безопасности. Артанис, золотая армада атакует копье Адуна. Я буду помогать твоим войскам по мере сил. Но корабль получает серьезный урон. Твой корабль. Ты так надеешься на него. И все напрасно. Да. Надо, кстати, бы ее бы еще высадить из... Точнее, спасти, так сказать. А то обидно немножко будет. На низ. Он посылает свои легионы к центральному проходу. Талдаримам нужна помощь. Окей, защищаем талдаримов. Ну, пока что мы их защищаем. Ну, постраивать еще защитные сооружения на остальных участках. Что ты предложишь? Ярость холодна. Замечательно. Бессмертные зелки просто великолепны. Бессмертные зелки просто великолепны. Так, давайте здесь еще поставим. Тоже. Еще один флот направляется к ключу. Отразите атаку. Так, он с центра направляется. Ну, здесь у нас довольно-таки все хорошо, в принципе. Сейчас у нас не хватает немножко минералов. Поставим быстренько сюда. И чуть позади поставим еще один пилон. Та-дам. Давайте все сюда. Быстро, 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 быстро. Очень разумно. Я не буду служить тебе вечно. База союзников подверглась нападению. Так. Драгунов жалко на самом деле. Пустота. Ну что сделаешь? Холодна. Скажем так, они сами приняли свою судьбу. Заманчиво. База союзников подверглась нападению. Так. Давайте. Кабум. Здесь все хорошо. Сейчас они сюда подлетят как раз. Мои пушки отлично их атакуют. Замечательно. Так. Ради возмездия. Будь по-твоему. Хорошо. Во-во-во-во-во-во. Ты слаб, беспомощен.
Покорись! Да нет. Прямое попадание в копье Адуна. Производственная матрица не отвечает. Ты больше не сможешь вызывать подкрепление. Вступили в бой. В смысле не смогу вызывать подкрепление? А, в этом смысле. Понятно. Ради возмездия. Мираку. Будь по-твоему. Так, ну скоро у меня отменят луч, я так понимаю. Так что надо как-то его, собственно, оборонить. Так, давайте, пока у меня есть такая возможность, накидаем нам побольше всего. Но минералов у нас реально не хватает. Это катастрофически хреново. Не хватает минералов. Так, откуда он будет нападать, интересно? Пока ниоткуда. Окей. Замечательно, теперь я под нашим арбитром. Воины, скоро на нас обрушится еще одно войско. Крепитесь, и мы уничтожим их всех. Окей. Мы переместились сюда. А теперь мы берем и делаем вот так. Та-дан, раз. Та-дан, два. Та-дан, три. Ха-ха-ха-ха. Я читер, я знаю. Крадущиеся тени. Мираку. Ради возмездия. Я не буду служить тебе лично. Замечательно, друзья мои. Я не буду служить тебе лично. Близится наш час. Так, ну там осталась одна часть. Я думаю, что мне нужно помочь против воздуха лучше вот здесь. Хотя... Заманчиво. Тоже бы надо помочь по-хорошему. По-твоему. Мы крадущиеся тени. Так, теперь сюда. Будь по-твоему. Постойте, отдохните пока. Я... Они такого не ожидали. Мираку. Все-таки это слишком борзо. Хорошо. Будь по-твоему. Пусть уснут навек. Антурка. Ради возмездия. Замечательно. На низ. Мы крадущиеся тени. Интересно, что она здесь идет? Наш час. Понятно, видно. Часть армии я определенно срезал. Заманчиво. Так. Пока здесь все хорошо. Я голос затмения. Надо, кстати, воздух бы какой-нибудь был идеально построить, конечно. Так. Или роботикс. А войск там. Вместо спасения вас ждет пламя, всепоглощающее и освободительное. Так, маяк платили. Нужно строить авианосцы. База союзников подверглась нападению. Хорошо. Заманчиво. Ради возмездия. Очень разумно. Мираку. Будь по-твоему. Так. Замечательно, конечно, но не очень хорошо. Мои навыки. Окейшки. Тебе. Как-то так. Я
Как-то так. Хотя мне кажется, что сейчас мне все это отключит дело. Я здесь. Говорил же. Штурмовой блок поврежден. Солнечное копье больше не работает. Об этом я и говорю. Энергетическая матрица ключа наполовину заряжена. Держитесь, воины! Так. Давайте будем пока призывать на арбитра. Там посмотрим. Нужно на всякий случай еще одного арбитра сделать. Враги атакуют с двух сторон. Их силы многочисленны. Так. В принципе, вот здесь у нас оборона лучше, чем тут. Заманчиво. Но здесь идут операции. А здесь гидра. Окей. Очень разумно. В принципе, и там, и там на самом деле справляются. Справляются очень хорошо, кстати говоря. Ради возмездия. Будь по-твоему. Мы, крадущиеся тени. Хорошо. Очень разумно. Замечательно. Заманчиво. Здесь у нас что? Ну, особо меня не покоцали. Это классно. Будь так, на центр на всякий случай. Переходим. Так, хорошо. Мои навыки. Думаю, что будет более-менее нормально. Так, скоро нам выберут, точнее, вырубят массовую телепортацию, а еще скорее потом вырубят полностью замедление времени, остановку времени. Это будет, конечно, хреново. Ради возмездия. Мы крадущиеся тени. Я не буду служить тебе вечно. Иерарх. Огромная флотилия кораблей Золотой Армады держит курс на ключ. Готовься к нападению. Окей. Везде. Готовлюсь. Вераку. Ждем, что я могу сказать. Хорошо. Наш пилон атакован. Там разве наш... Я здесь. Среди теней. Застыть. Хорошо. Все вернется на круги своя. Будь по-твоему. Пустота холодна. Ну, почему бы не использовать, пока могу я использовать, правильно? Голос затмения. Замечательно. Тут не минералов, а пилонов не хватает. Не хватает минералов. Ну, вот теперь не хватает минералов, согласен. Не хватает минералов. Наши клинки дошли к врагам. Так, что у нас там по защите? Надо бы как-нибудь ее прокачать тоже. Воздух, кстати, тоже прокачать бы. Так, пока воздух закажем, пока есть возможность такая. Ускоряем воздух. Может, с воздухом у нас совсем относительно плохо? База атакована. Хорошо. Я не буду служить тебе. А вот с землей у нас все просто зашибись. Ярость холодна. Отлично. Меня все устраивает. Очень разумно. Меня все устраивает. База союзников подверглась так. Нападению. Сюда срочно надо пробежать. Здесь порвут. Как тряпку. Я воссоздам эту вселенную такой, какой она должна была быть изначально. Совершенной. Отлично. Мои навыки пригодятся тебе. Окей, я хоть и потерял, наверное, количество юнитов, но
Пока все еще держусь. Требуется больше Виспена. Пока все еще держусь, друзья мои. Мы едины с тенью. Замечательно, мы едины с тенью. Заманчиво. Мы, как я, голос затмения. Так, по-моему, мы можем здесь прокачать... 225 стоит, да? Вода из перевления стабилизирована. В принципе, они и сами там справляются. Так, смотрим, откуда будет наступление. Пока на центр. Что ты предложишь? У нас, в принципе, полный лимит. Требуется больше Виспена. Минус еще одна способность. Пробоина в корпусе. Система защиты вышла из строя. Пространственное перемещение невозможно. Такие дела. Улучшение завершено. Такие дела. Снизу нападают. Сейчас мы улучшали. Я сердце тьмы. И мы на подходе. Главная задача не дать уничтожить... Я не буду служить тебе лично. Нексусы. Очень разумно. Не должны ни один Нексус уничтожить, насколько я понял. Заманчиво. Не очень круто. Не очень круто. Авианосец Рива. Плюс 3 авианосца, получается, будет. Что ты предложишь? Довольно неплохо. У нас неплохой граунд, неплохой... Ну, с трех сторон. Враги окружили нас со всех сторон. Отбросьте их от всех трех проходов, братья! Отбросим. Настолько нижний проход особо не защищен. То есть я как считаю, что это боковой, это тоже боковой, а тот, на котором центральный, типа нижний, я стою на нижнем проходе. Ну я так считаю, не знаю. Сейчас посмотрим, откуда, собственно, больше будет юнитов идти. База союзников подверглась нападению. Ваши войска вступили в бой. Я даже подфризнула чутка. Так, ладно, ну вроде сверху нормально справляются. Снизу вроде тоже я всех отбиваю. По крайней мере, инвиз мне в этом хорошо помогает. Так, отлично. Блин, они просто офигенно все выжигают. Класс. Так, сверху уже почти никого не осталось. Добивают. Отлично. Надо сюда послать, кстати, арбитра, чтобы он, ну, как-то, не знаю, делал их в инвиз. Все будет тогда нормально. Так, сори, мне пришлось отойти. Просто, к сожалению, позвонили, как всегда, не вовремя. Ну да ладно. Арбитр, в общем, сейчас к нам прилетел. И теперь видите все войска в инвизе. Круто, не правда ли? Кстати, нам скоро должны будут отрубить, по идее, последнюю способность, то бишь заморозка времени, мои дорогие друзья. А пока что мы просто стоим, отдыхаем, страдаем фигней и ждем, пока все это дело будет работать нормально. Вот сверху у нас прибыл народ, плюс прибыл авианосец, замечательно. Так, давайте направляем войска. Где чё? Не, снизу нормально. Золотая армада, сияющий символ высокомерия, вас погубит ваша же гордыня. Интересно, как быстро развалится эта золотая армада. Ну да ладно. А кого можем произвести? Зелков? Отлично. Пригодятся тебе. Ну хоть кого-то, как говорится. Закрыт в тени. Так, давайте прокатимся немножко вперед. И минусуем армаду. По-моему, хорошо получается. Надеюсь, что будет все нормально. Ваши войска вступили в бой. Так. Нормуль, нормуль, нормуль. Проходим дальше, 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 дальше. Минусуем эту гадину, а то она застреляет нас. Все, минус армада. Армады больше нет. Великолепно, друзья мои. Да производим, кстати, авианосцы. Они нам нужны. Стоп, тут атакует базу? Серьезно? Как вы вообще сюда дошли? Я не буду. Оу, да тут, кстати, много.
Стоп, ребят, да тут оказывается еще одно минеральное поле, я его не заметил. А, жесть, оказывается, там есть минеральное поле. А, в принципе, прикольно, что я развил на самом деле в одно минеральное поле такую армию. Да у меня еще и дофига ресурсов отчасти. Ну, окей. Окей. А, выносим всех этих ребят, в общем-то. Потому что у нас нет другого выбора. Нам нужно вынести материнку. Быстро! Отлично. Батон, минус, супер. Сердце тьмы. Чё, кто следующий? Чё, отсюда идете? Ну давайте добьем их. Отлично. Эй, не бейте моих сталкеров, сволочи. Так, откуда дальше? Давайте построим, кстати. Нексус, я думаю. Но перед этим газилки. Так, пилончики. Так, здесь нормально. Думал, там понадобится помощь. Ставим на серединку опять. Пробочка давай. И Нексус. Нексус. Блин, он за пилоны не влезает сюда. Вообще не катит. Давай-ка отойди, поставь Нексус, и потом поставишь пилончики. Так, Нексус, пилончики, отлично. Чё тут? Ну, в принципе, ничего такого страшного здесь вроде нет пока что. Можно все это дело убирать, уничтожать, и нормально все будет. Ладно. Отлично. Меня все это устраивает. Так, пилончик мой, серьезно? Фотонки мои. Круто, не знал. Еще один авианосец, шикарно. Так, что у нас здесь есть вообще интересного? Ничего, в принципе, нету. И там производится, потихоньку восстанавливается. Я тоже произвожусь, восстанавливаюсь. Давайте щиты прокачаем, воздуху в атаку. Здесь вроде сами отобьются, но давайте на всякий случай придем вниз. Мы крадущиеся тени. Хорошо. Ну, все-таки отбились раньше, чем я пришел. Окей. Ставим на середину, смотрим, где что. А у нас здесь подстраивается Нексус. И как я говорил, отняли у нас последнюю силу. Убоги! Их корабли рвут копье Адуна на части. Солнечное ядро в критическом состоянии. Мы больше не сможем помочь тебе, Иерарх. Ты и так помогла нам, Рахана. Ключ почти полностью заряжен. Продержись сколько можешь. Ну, давайте построим здесь, собственно, защиту, плюс щитовики, и, в общем, восстановление щитов, плюс защита, и все вместе будет классно. О, на нас тут, кстати, нападает воздух, пробочка идти, добывая минералы. Ну, а мы как-нибудь, наверное, справимся, я думаю. Хотя тут, в принципе, и так все неплохо справляется, без меня даже. Твои руки запятнаны кровью, Артанис. Лже-спаситель, сопротивляясь. Ты несешь своему народу лишь смерть. Ну, собственно. Сканеры засекли огромное количество протосских биосигналов. Амун послал всех одержимых тамплиеров на захват ключа. Мы выстоим, Каракс. Мы должны. Нашу ярость. Ну да, у нас как бы выбора, собственно, нет особо. Что я хочу сказать, это, блин, Амун, твои руки запятнаны в крови еще больше, чем мои. Кому бы говорить, как говорится. Здесь все нормально, у нас есть пушки, а вот тут вот, кстати, может немножко сложновато быть. Но думаю, мы справимся. Особенно учитывая защиту арбитров. Все отлично. Так, зелки нападают. Сейчас мы их порежем. Фигам всех и вся. Отлично. Серьезно? Боже. Ладно, давайте. Давайте вниз пока что. Здесь что-то воздух жесткий. Ключ скоро накопит максимальное количество энергии. Победа близка. Не теряйте веры, братья. Давайте построим здесь побольше защиты, раз победа близка. Просто на фан, так сказать. Что у нас здесь? Зиоты? Сейчас вы умрете, зиоты. У вас тут без вариантов, как говорится. Мы крадущиеся тени. Вераку.
Отлично. Очень разумно. Имморталы, зилоты. Кого там только нету, часовые, по-моему, были. Боже, какой ад творится, как просто все это выносится. Жесть. Очень разумно. Так, что-то там снизу кого-то атакуют. Ваши войска. Надо пойти сходить вниз. База атакована. Так. Что у нас здесь получается? Секундочку. Нет, все нормально. Так, что там снизу? Так, 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 так. У нас здесь уже, кстати, начали уничтожать здесь нас самих. Окей. Что вынесли все пилоны, там и морталов дофига, я так понимаю. А, ну в принципе все, я продержался как бы. Вот что значит отойти на пару секунд, видите, сразу линию вынесли. Энергетическая матрица заряжена. Ключ готов к использованию, Иерарх. Воины, отступайте к ключу. Пусть они приходят. Силендис! Услышь меня! Силендис! Тамплиеры! Освободитесь от Амуна! Отсеките нейронные узы! Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода. Изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Как-то быстро ролик что-то закончился. Ну, окей, будем вершить судьбу. В общем-то, ладно, да. Всем спасибо, всем пока, Олег. Все, свой закончен. Я надеюсь, вам понравилось. И, собственно, на этом все.
Это невозможно. Иерарх, мы получаем чужой сигнал. И он... Сульнара! Это Керриган! Керриган!